Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Штребух. Вот это мне не надо, а тут что? Это, ребят, реально клад. Посмотрим, что тут еще. Тут большой, реально, большая, огромная сумка. А она набитая гаджетами. Макс, шоки, тут часы. Ой-ой-ой. Ребята, NVIDIA GeForce. О! Ребята, это Rolex. Здравствуйте, ребятушечки, с вами расхититель мусорных бачков. Сегодня я вам покажу то, что я нашел в мусорных баках. Помоечка меня радовала, я даже успел поужинать и позавтракать на помойке. Я никуда не пропал, просто у меня дочь родилась, поэтому, ребятки, ставьте лукасы за этот пушечный контент, которого вы заслужили. И это... Подпишитесь на канал, ребятки, потому что помоечка, она ошибок не прощает, да. Оу, yes. Интересненькая кормилица. Что там, Димочка? Ох, давай я сюда. А там бутылки. Тебе не надо? Мне не надо. Дим, расскажи насчет наших шуток про отбирай-забирай. Это у нас такие приколы просто, отбирать находки у друг друга. Мы так развлекаемся. Но бутылки для мочи можно было взять, да. А что тут было? Они какие-то грязные. Я боюсь туда окунать свой пенис. Я же писать буду. Я буду краешком головки сюда касаться, заливать туда мочи. Это от бензина бутылки. Ой-ой-ой, чувак. Джорданы. Вроде бы. А, да, Nike Jordan 44, но им жопа полная. Ребят, я Джорданы, ну, часто нахожу. Говнодав, это теплый, это шляпа какая-то, но просушенная. Ой, то есть пропиженная. Ой, то есть прошитая. Бренд Витаси. Ой, Витаси. Шлетяпляти. Это же чечетку танцевать, да, вот эти вот. Тык-тык-тыкаться вот это. Да, да, это, по... забираем, это, купят, это звонить будешь по нему или что? Алло, здравствуйте. Кто его у тебя купит? Ты посмотри, оно ушатанное. Вот это? О, так это же локоцакели, нифига себе. Simmons Park Turkey. Это турецкие. Рыбьи косточки вот. А это что? Ни хрена себе! Гидрометр, аккуратно. Гидрометр. Гигрометр. Гидрометр. Ой, ой, ой. Ух ты, тут какая-то колба внутри. И вот ртуть. Он разбитый. 24 градуса, сухое, он и влажно показывает. А, ну да, он битый, вот тут нет этой штуки. Ребят, это ртуть, это опасно. Ой, еще один. Этот-то целый. Ребята, это топовая находка, это в гараже надо. Деду надо в гараж, это повесим. Оно влажность показывает, оно сухое, влажное. Все. Понятно, в каком состоянии. В каком состоянии, что там, все целое, он или битый, или целый. Что тут, ты? Ну, ништяк, будем проверять в гараже, влажный гараж или нет. Ну да. Ну так это забираем по-любому. Правильно, Дима? Да, хотя вы что это содержите? Забираем, да. Деду это надо, да. Тебе надо это? Да в гараж пойдет. И мне надо, да. Забираем, да. Деду это надо, да. Тебе надо это? Да в гараж пойдет. И мне надо, да. Опа, какой-то сейф. Ребятки, это сейф, что ли, пластиковый? Или это... Ух ты, это из Икеи урна, это для мусора, это мне не надо домой. Ну тут для вентиляции эти штучки всякие. Вот тут вот двигатель, ребята, ой, двигатель. Это деду надо. Вот это в гараж мне надо. Это вот, надо. А это тебе что такое листы надо? Нужны. Бери листы, а вот это деду тоже мне надо. Это для вентиляции в гараж поставить вытяжку. Ой, что ой, там, ой. Что там? Ух, тяжелая коробочка, а вот это тоже мне не надо, да. Это нам надо. Это и нам, и тебе. Стой, пакеты новые. Новые, много пакетов. Смотрите, Тезинис пакеты. Вот это все новые, они ой. Новые. О, стикеры, чувак. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ребят, это стикеры, смотри. Ну, очень классные стикеры от Тезинис. Ой, 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 ой. You are a man. Вот это нюхательные трусики и лифчички. Вот лифчичек, вот еще трусички влюбленные. О, мини-помоечка. Это мини на рабочий стол. Гараж надо. Гараж это не надо. А что там? У нас две урны по бокам стоит. Куда нам это еще? Десятую на потолок прицепить? Ух, пацаны, вот это зазор.
зацените. Вот эта прищепочка, как думаешь, нам надо? Может сюда зацепить, вот это вот вместе скрепить. О, вот, вот так вот, вот. Вот это уже тюнинг, ребятки. Так, а что тут, вот, смотрите, краешек курточки какой-то. Так это нифига, она, кстати, топовая. Ну, такая спортивная, утепленная, зимняя или там осенняя. Кэшбэк проверим, вот тут в кармане. А, это вот эта веревочка, то окрутили, цепляется. Это я думал, да, вот это думал, может, наушники там, это кэшбэк мне нужен в карманах. Говорил тебе, не бери эту канистру, взял. Опа, что-то тяжелое. Набор для рисования какой-то. Разукрашены или нет? Да, смотрите, кто-то собаку рисовал. Ой-ой-ой! Димасик, дегустируй. В смысле? Я потом поем. Я просто сегодня был там, где мне сказали, что мне нельзя есть. Потому что если я поем, то я могу... Нашли дартс? Можно поиграть прямо на помоечке. Угу. О, чуть-чуть их пепси. Помойка как сюрприз-бокс. Никогда не знаю, что тут найдешь. Ну, вот, смотрите, резервуар. Помойка обувает. Он не в говне, вот. В говне? Это говно, скорее всего, да. Да? Ну да, хочешь понюхать? Ой. О, лампа настольная с прищепочкой. Ребят, в общем, лампа неплохая, вот такая. Вот, скорее всего, рабочая эра беленькая. Но вот это я не знаю. Ну, конечно, пригодится мне по-любому. Положим, наверное, в сюрприз-бокс ее, потому что она стоит недорого. И купят ее на барахолке, ну, рублей за 100, наверное. Осы, кстати, задолбали, их очень много летает. Изумруд. Охренеть, ребят, смотрите, какой изумруд. Представляете, его на кольцо вот так одеть и с ним ходить. Вот это уже царское колечко будет. Помоечка дарит то, что очень сильно дорого. Представляете, если бы он был настоящим изумрудом, сколько бы мы денег заработали, очень много. Ос тут очень много, они уже два раза Диму ужалили. Что такое, покажи, где укусила. Вот сюда вот. Охренеть, ну ты сейчас поаккуратнее с ними. Они нам сейчас конкуренцию на помойке составляют. Ого, не успели подъехать, тут сразу находочка, топовый рюкзак. Нюхательные, скорее всего. Нюхательные трусишки. Давай-ка посмотрим, футболочка, опа. Вот это интересненько. Футболка из Остина, размер М. Дырки на жопе нет. Ну, такое. Не люблю без дырок. Люблю с дырками, чтобы было. Смотрите, рюкзак какой классный. Вот тут только порвано и все. А так он вообще целый. Может быть, оригинальный Swissgear. Вот смотрите, ребята. Из магнита эти карты. Карта лояльности. Вот три карты новые. Тут еще вот такое. Что это такое? Оно свежее. Стебли сельдерея упакованные. Стебли сельдерея. Заберу. Может, я не знаю, что с ними делать, но заберу. А ну, вороны, блин. Хлеб у меня отобрала. Да ладно, я прикалываюсь, ребятки. Тут на помоечке хлеба хватит всем. Ой, сосисочки, сливушки, вязанка, сливушки, сосисочки. Это сливки, да. Они не просрочены, ребятки. Это я сейчас поем. Но если вы тоже найдете сосиски, что я бы не рекомендовал вам их есть, можно откинуть педали. Я в этом деле профессионал. Вот кусочек карты. С NFC-чипом, походу. Вот этим кусочком карты можно что-то оплачивать. Потому что, видите, тут NFC-чип. То есть, если там есть деньги, можно вот так прикладывать и оплачивать. О, конкурент подъехал. О, ребята, бенгальские огни, три упаковки новые. О, это же, ребятки, Logic. Вот это деду надо, это вейп. О, наушнички. О, беспроводные. Может, даже рабочие, сейчас проверим. Скорее всего, севшие. Но на вид они в отличном состоянии. Скорее всего, работают. Так, вот в этом баке, может, что-то есть. И что? Пустота, одна мусорная фигня.
Вон, смотрите, сколько дыней. Ой, дыньки. Дынечки, ребят, смотрите, сколько дынечек. А я в этом году дынечки даже и не ел. Но там дынечки, можно пару штучек повыбирать в гаражике покушать. Вот эта дынечка, смотрите, она ну по бокам чуть-чуть подгнила и все. Вот сколько, вот еще нормальная дынечка. Вот две штучки уже, да они тут все походу хорошенькие. Вот, вот это наверное спеленькая дынечки. И вот эти три, пять штучечек деду домой. Помойка радует тем продуктом, который я в этом году еще не мог себе позволить приобрести. Ребятки, я знаете, что решил сделать? Я решил-то дынечку одну попробовать, а то они очень тяжелые. Если они плохие, домой их везти, ну это вообще последнее дело. Поэтому сейчас мы тут поляну на помойке-то накроем. Возьмем вот этот бак как стол и дынечку вот сюда положим. Сейчас я ее скрою. Да. Еще тут же мои сосисочки лежат. Я их тоже сейчас пригублю. Еще поделить надо на два кусочка. Дима, ты будешь? Нет. А я, кстати, не ножиком-то их резал, а пилкой для ногтей. Вот это теперь у меня ножичек. Ребятушечки, он даже острый. Вот если дынечки укусные, я и домой заберу их поживиться возьму. На самом деле есть можно. А, неплохие. А, молочные, ребят. Они меня даже не настораживают. Вкусная. Вот дынечки все у деда будут. Вот для деда я вот сюда дынечки сложу. Вот тут они будут. Тут дынечки у меня лежат. Вот тут вот, да. Опа! Да тут чемоданчик. Ребятки, что-то тяжелое. Пакет? Ты его так нес, как будто там 10 килограмм телефонов. А вот это что такое? Это панцирь. Рюкзак, панцирь. Ребята, это черепаший рюкзак. Вот он, Beauty Billy. Дима, надо тебе такое для находок? Там можно находки складывать там. О, сидуха. Сидушечка для лайбодрона. Смотрите, новая. Что-то она, правда, на новую не похожа, но бирка висит. О, тут стол какой-то. Сколько досок интересных. Вот это я отложу. Вот тут снова выкидывают арбузные каски. Ой, так хочется арбузика. Ребята, они, наверное, уже сладенькие они. Чё не смотришь? Вот тут молочка, бутылочка, отборное молочко. После сосисочек мне. До 1 августа. Оно даже не просроченное и прохладненькое. Держи. Молочко будет вкусное. Вот еще смотри. Прикинь, бекон сырокопченый. Это вот хоть сейчас ешь, бери. О, дрифит, это Nike. Это кто-то спортом занимался и выкинул в итоге. Тут носок даже прилип с жвачкой. Приятный бонус. Так, выверну штанишки. Давайте их заценим, потому что деду надо вот эти штаны. Они мне не понравились. О, да. Ну, неплохие вообще Nike, Рик. Сразу видно. О, еще штанишки, ребятки. Вот такие для спортика. Спортивные. Вот это я постираю. В общем, Дима решил загрузиться и вот так вот ехать. Ну, нормально. Ну и поехал. Так, а тут кто-то был-то. А вот здесь вещи сразу. Помойка одевает. О-о-о! Сколько ценных колготочек нюхательных. Вот это я возьму. О, чокопайка! Ребят, чокопайки! Ой, еще! Чокопай! Ой-ой-ой! И печенье, чипсички! Вау! Смотрите, какой крекеты! Крекеты, вот! Посыпались, убежали. Один у крекет, он убежал от меня. Вот, крекер ит. Чокопай. Рот на помоечке, не вздумай разевать.
Йоргут спрятался. До 9 числа, просроченный. Ой, там какой-то пакетик интересный белый. Так. О, сытненькая помоечка, ребят. Смотрите, там сразу два арбуза лежат. Я сейчас за ними полезу. Ой, здесь арбуз. Да это арбузная помойка. О, кроссовки. Что за буцики? А, шляпа с Алиэкспресса. Еще в наполнителе для лотка воняет саниной. Так, зонтик вот сюда. Ребята. А вот это уже Венсы. Смотрите, кто-то их уже достал, но почему-то не забрал. Тесно, Арик или нет? О, 38 размер. Саньем по-любому кошачьим воняет, но тем не менее, они вроде бы целые и качество хорошее. Не уверен, что это паль. Хотя, возможно, что это и подделка. Такую обувь очень хорошо подделывают. Второй, кстати, вот, подошва целая, целый. Неплохо так помоечка обувает. Я такие вентики смогу продать, ну, рублей за 800 точно улетят. Только их отмыть надо, потому что они грязноватые. Но вообще модель популярная, модная, стильная помоечка, солидная. Короче, я полез вовнутрь. Как раз дождь моросит, я там хоть и от дождя скроюсь. Ну, тут огромный синий пакет. Но здесь одна рыганина. Что-то помоечка какая-то не особо интересная. Потому что... О, хотя вот, смотрите, какая-то книжка детская. Блин, вдруг тут дети что-то забыли в этой книжке. Ну, знаете, может, там мама дала на обеды деньги, а они спрятали и забыли. Но нифига нету. Кстати, в детских игрушках часто вот айфоны попадаются, поэтому вот когда я нахожу... Когда я нахожу игрушки, я, бывает, нахожу телефоны, айфоны. Вот такой айфончик. 5S какой-то. А не, нифига себе, ребят. Это iPhone SE. iPhone SE. Я такой ни разу, кстати, не находил. Это, блин, самый топовый, походу, iPhone, который я находил. Смотрите, какое состояние. Офигеть, даже экран целый. Болтички в нем, кстати, на месте. Возможно, он даже рабочий. Так, надеюсь, включится. Ребята, очередной iPhone. Это просто кайф. Ребята, это топ. Реально, чехол, правда, дерьмо, но телефон реально классный. Мне нравится. Я надеюсь, в нем нет iCloud, и я смогу им пользоваться. Это будет просто шикарно. Потому что я всегда пытаюсь найти себе топовый телефон. Включился. Пароль просит, блин. Ну вот так, как обычно, ребят, короче, как обычно. Я когда нахожу айфоны, обычно пятерки, 5S часто попадаются, но они все с битыми экранами и под паролями, если даже работают, включаются. Этот, конечно, круто, что он сразу включился, но он под паролем. Все равно круто. На запчасти можно продать за 1000 или за 1500 рублей. Так, золотишко. Вот тут, кстати, вот такое вот есть колье. Женское под платье. Неплохое, кстати. Ну, это чисто бижутерия, тоже можно взять. Пиво местного разлива. О, ребят, какой-то сверток. Ребят, сверток какой-то. В какой-то каше. И что-то там тяжелое. Ребят, вот серьезно, представляете, там бабки. Или я не знаю, тут может быть все что угодно. Короче, я хочу вылезти из помоечки и разорвать этот сверток. Я его так размотаю. Вот здесь даже скотч какой-то. Что тут написано? 1960. Ну и что это, ребят? Тут просто какие-то камни, волосы, а здесь салфетки красноватого оттенка. Короче, облом жесткий. Айфончик так-то топ. Может, подберу пароль. Так, какой еще может быть? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чего?
Ребят, вы это видели? Я подобрал пароль к нему. Ой, maybe, baby, тут что-то есть? Видели, как собаку забрали? Просто вот так, как крысу. Ребят, Дима решил уехать от меня. Каким-то там делам, я не знаю по каким. А я пока разрою помоечку тут сам. Платьишко вот какое-то тут сразу лежит. Джинсички. Тут это посмотрим, что. О, нифига! Смотрите, Дима уехал, и меня удача настигает. Кто-то это купил за 585 рублей. Это огромные черные стяжки. Смотрите, сколько их. Целая пачка, они очень крепкие. Так, что тут еще есть? О, это свечи, романтик можно устраивать. Саморезики всякие, болтички. Это шурупчики мини в гараж. А это что? Грунт при отделке сухими строительными смесями для влажных помещений. Вот еще какая-то куртка. Давайте глянем, что за куртка. The North Face. Нифига, пацаны, так это бренд топовый. Ребят, это на меня. The North Face. Ребят, оригинальный, целый. Ну, тут дырочка есть небольшая. Да и похер на нее, ребят. О, в каждом пакете находки. Смотрите, какие часики. Вот так время у вас летит, когда смотрите данное видео. О, это, ребят, колоночка маленькая, динамичек Свен. Вот сюда наушнички включаются, и можно музыку слушать. Вот второй динамичек, тоже Свен. Но это не надо мне, никто не купит их. Ой, там уже стоят находки и ждут меня. Вот же, смотрите, это же для ёршика унитазного подставка и для туалетной бумаги, вот. Только оно вот все разваливается, поэтому брать это не буду. Это чисто металлолом на нержавейку. Что-то тяжелое, ребята, тут. Ребятки, это что такое? Это косточки с мясом. Да тут столько сытных хрящичков. О, смотрите, вот хрящички кольцевидные. Были бы тут собаки бездомные, я бы с ними поделился. А так можно было бы вообще такой бульон отварить на этих костях. А это что? Это свитки, ребят. Тут что-то написано. Свиток. Вот это скручивается вот так. Ой, какой ящичек. Это можно было бы мне на багажник прицепить. Вот сюда, к примеру, ребята, вот тут дырочки уже подготовлены. Вот сюда корзиночку мне деду сделать. Вот сюда, вот, на стяжечке, вот так вот, вот. Вот так, смотрите как. Сюда можно было бы находки складывать. И фары вот так снизу, все удобно и видно все. Помойка бывает? Ну да, как обычно бывает. Рибьёки, ребятки, вот и рибик. Вот второй рибик. Вот размер 36, подошва целая, оригинальные сразу видно. Ну на пятке слегка вот тут надорваны. Так это ж фигня абсолютно. Это взять можно. Вот это что такое? Это DC, кедики, DC фирма. 37 размер. Нифига, тоже Арика, они такие легкие. Я в шоке. Ну их постирать же просто надо. Почему это выкидывают, я не пойму. Это еще носить и носить. Не знаю, я вообще раньше обувь носил, пока там сквозных дыр не будет. А тут выкидывают такое, я в шоке. Локоцакели женские, смотрите, какие опасные. Есть зажигалка с открывашкой для пива. Это для любителей пива, она даже работает. О! Смотрите, ребзя, что нашел. Это наборы вот эти вот. Для всяких шугарингов. Смотрите, вот здесь топят женщины воск. Накрывают вот так крышкой. Вот такой аппарат, кстати, тоже денег стоит. Возьму. Вот. И вот тут еще всякие шпыкалки есть. Вода косметическая, минерализированная. С биофолоктоинододоидами. Аравия. Она не пшикает, что ли? Я не пойму. Она не пшикает. Ну и нафиг она мне. Что тут еще? Смотрите, вот Аравия, лосьон с экстрактом мяты.
Тут какие-то еще баночки. Вот это что? Мусс для замедления роста волос. Кто это использует? Это знаете, куда мазать надо? Это мне на бороду, чтобы бриться легче. Вот муссом напшикал, и все, и волосы не так часто будут расти. В зоне заднего прохода тоже буду пшикать, это мазать. Вот смотрите, какая-то паста еще. Это читерство, это не баночки, это кто-то читерил. Это что такое вообще? Какая-то паста, вообще на русском ничего не написано. Ну какой-то мусс, наверное, для волос. Вот это возьму. О, детская вот такая бутылочка. Смотрите, какая интересная. Вот тут трубочка, это пить можно им. Вот это возьму. Это помыть надо и все. Смотрите, какая красивая. Смотрите, тут какой-то ремень. Это поводок. Ребят, нихера полезная какая находка. Это же огромный карабин. Это машины вытаскивать. Карабин огромный. Еще один, два карабина топовых. Так, это вынос хаты мыльно-рыльная. Это я сейчас пойду разбирать вот эти очечки. Мне не надо. Коробка от обуви Tommy Hilfiger. Это мажоры все покупали. Такое обычным людям не по карману. Смотрите, ребятки, филе грудки большое. Чехол от айфона. Так, это что такое? Алоэ вера. Это пилинг, пилинги, наверное, вот эти вот. Как они там называются? А, увлажняющий гель для лица и тела алоэ вера. Да, он почти полный. Тут чуть-чуть лакеров для волос. Очечки женские вот такие. Ну, это уже такое. Вот можно взять, в принципе, да. О, крепление для телефона. Вот это интересно. А где от него вот эта штучка, на что она одевается? О, маслица. Это можно для дрочки пениса использовать у ребятки. Вот это я не возьму. У меня его уже много. И вот еще какая-то вот эта HD Color Full HD монитор. HD Colooking Calibage. Ой, там уже стоят находки. Меня ждут, ребятки. Ой, как я люблю такие выносы из хаты, которые вот просто выставляют и говорят: вот, дядя Владик, это для тебя. Вот смотрите, какие сексапильные шортички из Glory Jeans. Ну, yes, baby, yes. Вот это взять можно. Вот еще тоже. Но это из Оджи, видно, ушатанный. Это я оставлю конкурентам. Я возьму самые топовые вещи. Это тоже подушатанные. Вот джинсики, в принципе, норм. А, не, вот тут потертость есть в зоне заднего прохода. Ой, это пальтишко, что ли? Женское? Саякопцекцпк. Ребят, размер S. Бренд, конечно, интересный. Пальтишко-то нормальное, смотрите какое. Интересно, сколько такое новое стоит? Вот такой вот бренд. Я чуть язык не поломал, чтобы его прочитать. Гуччи есть здесь? О, так вот же Гуччи. Ребят, что, серьезно? А, нет, это Бекка какая-то. Но внутри-то значки вот Гуччи. Смотрите, Гуччи. Вот тут обувь, наверное, Alessio Nesca. Вот, Alessio Nesca. Вот прям вот как есть, так и есть. Вот чуть-чуть с говнецом. 36 размер. Это сандалики. Или как там, балетки. Ну, не знаю. Так-то они целые. Может, их сейчас кто-то купит, эту Alessio Nesca. Я подумаю, брать их или нет. Вот сумка, смотрите. Сигедегеструтими Лавча. 1986 год сумка. Так, золотишко там не подзавалялось нигде. Сумочка-то вообще целая. Молния, смотрите. Тоже целая молния. Ну, тут ничего вроде вообще интересного. Какое-то платье огромное. Сытная кормилица. Сумка какая большая. Вот такая сумка мне не надо. Я в нее вещи буду складывать. На барахолку с ней поеду. Капец, тут соусы разбросаны всякие. Нюрштраб какой-то. Вот чехол от телефона. Нифига тут. Как интересно здесь. Ребятки. Вот одежда. Да ну... Слышишь? Тут капец одежды много. Ого. Это женское все. Вот это спортивки. Огромные какие-то. Касуал написано. Касуал. Касуальные, короче, штанишки. Ну, для деда, может, да. Для деда. Надо оно мне или нет?
Широкие я тоже люблю. Прикольные так-то. Вот еще спортивки какие-то. О, это чисто для деда, ребятки. Вот смотрите, какие зашитые везде. А тут что? О, ну вот остатки сладкие. Вот тут кучечки курочки, картошечки. О, одноразочка. Вот это мне надо, да. А здесь кто-то уже был, видно, подразорвано все. А вот тут чемоданчик. Ой, опа. Чемоданчики я люблю, но не пустые. Этот, кстати, даже целый. А нет, он не целый, он поломанный. Был бы целый, можно было взять и продать. Но знаете, что самое интересное? Порадует ли меня сегодня моя любимая помоечка? Опа, опа, динамик. Ребят, динамик. Динамик автомобильный. Да давай сюда иди. А, не, жопа ему. Ребят, динамик Пионер. Но если вот так делает, то он скрипит. Ребят, вот еще один динамичек есть. И вот этот, кстати, целый. Вроде... А, нет. Блин, да что? Там может его как-то почистить. Там внутри пыль. Ребят, дождь пошел. Посмотрите, что происходит-то. Ну что за день-то сегодня? Динамик не работает, дождь пошел. Падла. О, а это что? Это стартер, что ли? Ребята, это стартер, вот это возьму. Моторчик можно взять, использовать для чего-то. Вот перчаточки, в принципе, тоже нормальные. Для помоечки пойду. Дырок в них даже нет. Вот, в принципе, перчи и стартер я возьму. О! О! О-ху-ху! С Новым годом! Ой-ой-ой, это что такое? Сирень, набор для выращивания. Набор для выращивания сирени. В коробочке, ребят, запечатанный. Вот это мне не надо, а тут что? Это, ребят, реально клад. Смотрите, выключатель и телефоны пошли. Первый, Fly, древний какой-то. Ну, кстати, экран целый. Fly, Mic, что-то там это. У меня зарядки есть с собой, сейчас прям проверим. Есть вот такой Samsung с битым экраном. Это вроде S4. Когда-то была легендарная модель. Вот это уже современный, ребятика, баратика. Вот, Sensiet. Зарядка обычная на андроиде. Вроде, не пойму, вроде экран даже целый. Защитная пленка вся поцарапанная. Ребятки, беспроводная мышка, ну такое. В принципе, взять можно. Но вот этот телефон реально топовый, ребят. Неплохо. И все в одном пакете. Вот такие выносы из хаты я люблю. Тут еще какие-то, о, наушнички, блочки питания. Я вот так вот это все сложу и вот прям так все заберу. А, как? Это порвалось оно. Ой, да. Помойка дарит электронику, гаджеты. Вот сразу смотрите. Колбаска. Чурчхела номер один. Помоечки. Вздутая, взрывоопасная. Или она... Фу, как завоняло. А чё она такая надутая? Может, она такая должна быть? Данные взрывы мне не нужны. Тем более, они будут в моем заднем проходе. Оставлю конкурентам. Тут интересный пакетик вот этот. О! Я ж сказал! Сразу лапти вот такие выпали. Made in Brasilia. В Бразилии делали. 41 размер. Зацените, они такие свежие. И этот свежий. Чистенькие такие, четенькие. Вот конкурент летает. Он ужалить меня может. Это пчела. Так, ребят, вот эти лапти забираю. Что там? О, медяшка! Медь! Запасы меди. Вот на номер М2 это алюминий. Ну вот, смотрите, две сковородочки. Вот это, наверное, с металлическим дном. Хотя вроде бы алюминий. И это алюминий. Ой, пацаны, капелька секса. Так, есть ли тут на что посмотреть? Конечно, смотрите. Джуманджи. Welcome to jungle. Вот это еще энергетра. Вот это Бэтмен. А вот это Seven Days. Это Basic Instructor. И Дабушки Суицид. Ой, я не буду это читать. Адамс фамилия. Какая копилочка знатная для деда. Ой, в принципе, неплохо. Интересненькая помоечка. А ну-ка. О, сразу посуды много.
Миски всякие. Вот, кстати, металлическая. Мне она нравится. Я ее заберу. Потому что металлическая посуда, она намного прочнее, чем вот такая. Хотя это из Икеи, смотрите. Made in Russia. Икея что, в России это делает все? Посуду. Нифига, тут тарелки, кстати, нормальные. Вот эти, допустим. Ну, оставлю это кому-нибудь. Мне, в принципе, не надо эти тарелки. Вот кроме вот этой мисочки. Она такая интересная. Как вы могли заметить, на улице прошел дождь, все мокрое, и помоечка помокрела. Вот она, сочится везде. Но это я даже люблю, потому что когда дождь, конкурентов меньше. Это значит, что шанс на выпадение топовой находки увеличивается, ребятки. Вот, смотрите, сразу куча всяких фломастеров. О, в этой коробке что-то есть. О, ножичек. Ух ты, какой классный маленький. Я его с собой сейчас буду брать, носить. Буду я им эти провода обрезать медные. Посмотрим, вот это моя любимая. Опа. О, там сразу лошадка лежит. Смотри, Макс, видишь? Вон она скачет уже в помоечке. И вот какая-то сумка запечатанная, застегнутая. Смотрите, ребята, не успел залезть. Вот, сразу мультиварка. Вот, в комплекте даже кабель есть. Вот, кстати, ее, возможно, я даже возьму. Она не похожа на бюджетную. Вот тут крутилочка есть, это Redmond. Много этих функций в ней. И она чистенькая такая. Наверное, ей мало пользовались. Данную мультиварочку, конечно же, ребятки, забираю. О, лошадка, вот она безногая. Ну, не дешевая, видимо, лошадка. Но инвалид лошади. Вот сумка какая-то, аутсайдер. А, это была плечевая сумка, но ее, короче, порвали. Видите, вот здесь, вот тут, наверное, веревки были. Так, мне надо что-то поценнее. О, это насадка от пылесоса Китфорд. Возможно, тут будет этот пылесос где-то. Полезная сумка. Вот это еще тут есть вот такая карета детская для куколок. О, 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 что-то есть. Вынос хаты, ребята. Джимбимы. Ребят, джимбимы. Смотрите, тут грамм 150 джимбимов. Неплохо, это бурбон, виски, короче, джимбимы. Алкоголь вредит вашему здоровью, ребятки. Знайте об этом. А я вот это возьму для дезинфекции своих кишок. Вот это, кстати, обалденная чаша, короче, для кальяна. Крепкая такая, но ее клеили, видите? Она заклеенная. Я вообще ни разу не видел, чтобы стекло клеили, а тут его клеили, ребята. Брать ее не буду, ее битую никто не купит. Чесночок, это вот с вампирами драться. Здесь в трубе, может, картина даже есть. Что тут? Ребят, что-то красивое. Ой, это секс. Ребята, тут нарисована женщина. Смотрите, она вот сидит на мужчине. Вот такая вот картина прекрасная, новая. Вот это я забираю. Так, что тут еще? Вот в этих бутылках что-то вот. Смотрите, малина. Здесь лесная клубника. Но это, видимо, варенье там. Ой, ну ему уже плохо. Краска или что это? Шпаклевка финишная. Ой, она там есть даже. Но это мне не надо. Вот это надо. Лампочка классная. Классная, ребята. Вот, смотрите, какая. Это не дешевая лампа, уже видно. Всякие болтички, гаечки. Это мне в гараже пригодится. Маркер. Даже пишет по-любому, смотрите. Не пишет. Ну и ладно. Тоже болтички, гаечки, шурупчички. Шурупчички. О! Это же бак от вейпа, ребят, смоук. Может, даже обслуживаемый бак. Смотрите, он абсолютно целый. Десигин без смоук. Это вейп был когда-то. Вот какой-то провод. Это аукс, ребятки. Видите, вот эта вот веревочка, она приводится на сюда. Это значит, он новый. Так, это тут... О, коробка какая-то, что-то есть здесь. А что это такое? Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой, это такая тема крутая, ребята. Это топовый выключатель, который регулирует вот это вот и температуру. Вот он включается вот так, и можно температуру настраивать. Это вот если кондиционер дома есть, смотрите. Вот даже это солнце, руководство там по солнцу. Можно все настраивать. Называется Zislüler. Ну вот такой вот выключатель с регулировкой температуры. О, еще болтички, ребят, это же клопы, саморезики по металлу, полка.
коробочки, ну чуть-чуть меньше, но они вон рассыпаны. Тут индикатор, ребята, индикатор, только он чуть-чуть залез вовнутрь, надо его достать оттуда. Вот это беру, короче, все, без раздумий. Тут что тут думать, тут все мне не надо. Ой, вещички, ой, латунь. Так, тарелки деду не надо, а вот латуневый смеситель, ребята. Тут в каждом пакете вообще находки лежат. Смотрите, какой в комплекте, вообще полном. В полном обмундировании латуневый смеситель. Это да, это рублей 200 можно с него поиметь. О, ножнички, ребятки, по металлу. Это в гараже пригодятся они мне. Режут они или нет? Уголок вот отрежу чуть-чуть. Что-то оно не режет это. О! Ну оно не режет, но ломает. Но тоже можно взять. Пригодится, я его заточу. О! Yes, baby. Oh my dick. Oh shit. Тритон Санкт-Петербург. Это латуневый счетчик, ребятки. Вот это на металлолом. О! Да ну на! Да ну нахер, ребят. Чтоб вы понимали, это кулер. Это Deep Cool, это RGB кулер в коробке. Вот она вся мокрая, разваливается. Смотрите, там даже болтичек один есть. Вот он. В общем, что я хочу сказать, ребята, я просто счастлив. Я реально вот такие кулера топовые с подсветкой ни разу не находил. А он вообще как новый. Ну, слегка пылиночки вот тут есть. Ну, он, наверное, чуть-чуть вообще стоял в коробке, ребятки. Только... Тут Deep Cool, а это уже не Deep Cool. Значит, купили Deep Cool, а старый выкинули. Короче, что интересно, так это то, что тут еще какая-то коробка, но она пустая. Тут был, походу, игровой коврик. О, ребята! Я в шоке, это что такое? Circulation Air Freshen and Decoiler. Фурликайтен. 10 минут, 20-30 power. Короче, один. Это какой-то таймер, что-то оно включает. Наверное, ионизирует в воздухе вот эти. Ну, летают микробы, оно их убивает. Посмотрим, что тут еще. Тут большой, реально, большая, огромная сумка. А она набитая! Она набитая, ребята, гаджетами! Ребята, набитая сумка гаджетами. Тут уже торчит ноутбук. Ребят, я в шоке. Макс в шоке, тут часы. Ой-ой-ой. Это Радо, дорогой бренд. Но это, возможно, не оригинал. Но они, смотрите, в каком хорошем состоянии. Вот, прям сейчас одеваю, ребятки. Прям сейчас. Как помойка, вот это радует, пипец, я в шоке. Смотрите, оп, защелкнул, все. Ребят, все, помойка дарит время. А? Настилит. Настилит. О, ценнейший товар. Колготочки, ребятки, 20 рублей. Давайте посчитаем. 20 это 40, 60, 80, 90, 100. А нет, эти не пойдут. Вот 100 рублей, уже 5 пар. 120 рублей, 140 рублей. 160 рублей, 180 рублей. Так, давайте ноутбук оставим на потом. Осмотрим все предельно осторожно, внимательно. Даже карманы, все это я проверю. Потому что, ну реально, это огонь, ребят. Это просто кайф. Нифига, тут столько находок. Вот носки всякие. Вот это полотенечки. Вот это вот. Это гараж. Мне же я это сюда беру. Мыльно-рыльное или что это? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, чай для ванны минеральный. Это как? Это чай в ванне заваривать и пить из ванны? Прям купаться, ну яички полоскать и пить, короче, неплохо. И тут две пачки такого чая для ванны. Я такое еще не попробовал, но сегодня, видимо, буду пробовать чай в ванне. Вот, смотрите, какая-то коробка. Тут станок одноразовый с педозефилийный. А вот здесь, возможно, что-то... Ох, это помойка меня сегодня хочет удивить. Видите, устроила мне романтику. Тут губки вот такие, и там две конфетки. Это все японское. Чоколадте. Тут все на иероглифах фото написано. Там начинки есть. Даже свежие. Вот 2018 год, 01.01. И все на китайских иероглифах написано. И вот розочки мне. Это вот для романтичка. Для романтики все. Вот это я тоже откладываю, ребят. Я в шоке. Вот это кайф. Я так сейчас балдею, если бы вы знали. Ну вот это вот. Губки. Это. Ой, интересно.
Ну это деду тоже надо, я это возьму. Вот это было неожиданно, ребятки. Это реально, я удивился, да. Так, это что такое? Кондиционер какой-то для волос, походу. Но он по виду из USA, Made in America. До 21 года, на 6 месяца, нормально. Еще можно пользоваться. А это что такое? А, это вот эти подстилки на толканы. Это если ко мне гости придут, вонючие бомжи какие-то, я им буду под жопу это стелить, чтобы они не заванивали мне спинку унитазика моего. Потому что это дедов унитаз. Тут водный спрей для разложения белья. Разложение белья. Нифига, попробуем. Нитки, вот тут салфетки. О, эффект пудры, антипреспирант. Смотрите, его там до хрена, ребят, много. Зеркальце, смотрите, даже целое. Вот себя вижу в нем. Кошелек, кстати, какой-то. Охренеть, он такой, как новый вообще. Коммерциал Сити Стори. Ребят, коммерциал Сити Стори. Это для меня. Он как новый. Он, походу, не дешевый. Он, наверное, кожаный. Это вот у меня сейчас происходит. Смотрите, Сити Стори. Вот тут, вот, смотрите, кэшбэки залетают. 1 рубчик. Вот это тоже деду надо пригодиться. Это я забираю. О! О! Мадемуазель. Парфюм де Кулеле. Константенте. Интересно, это Арик или Паль? А ну попшикаем. Пахнет сладенько, так розочками, знаете, такими алыми. Вот эти вишневые чайные розы. Вот это что такое? Это какой-то ремешок, ребят, стильный. Вот это тоже я беру. Маска. Вот это щеточка. Я буду платы чистить. Материнские. Дезинфицирующий антисептик для рук. Еще антисептичек. Вот это да. Вот тут колонка была. О, часы. Ой, эти очки. Бренд Mateliers Retirailer. Так, а вот это уже самое интересное, я так понимаю. Ноутбук. Ребят, ребята! NVIDIA GeForce 940MX. Ребята, Sonic Master Asus. Смотрите, какой здоровый. Он топовый. Кнопки одной нет, да и похрену мне. Смотрите, это современный. Тут оперативку сняли, но это современный ноутбук. Ребят, ноутбук PC. Вот, смотрите, написано. Ноутбук PC, модель Asus X556U. Можете загуглить и узнать, сколько он новый стоит. Вот тут он чуть-чуть треснутый. Может, он у людей просто упал. И все, с него жесткий этот достали диск. Ну, может, он и рабочий. Ну, вроде бы, да, видно, его, короче, разбирали. Смотрите. Да, вот его разбирали. Вон там это батарея внутри стоит. Оперативки нет, но все остальное вроде на месте. Короче, ребят, надо будет тестировать. Я думаю, такой ноутбук 1035 в магазине стоит. Это видно современный для деда из помоечки. Да тут даже блок питания, ребята. Блок питания от него есть. Обожаю. Я вот такие выносы из квартир вот просто очень люблю. Вы представляете, сколько всего и все в одном пакете. И это еще не закончилось. Вот оно все находится. Это что? Армасепт гель. Среднедезинфицирующий антисептичек. Вот. Это я буду протирать им что-то. Смотрите, вот эта розочка какая-то в баночке. Какая красота, ребят, реально. Ну как такое можно выкинуть? Ну серьезно, вот тут... Ребят, корова, смотрите. Там, наверное, конфеты. А может, деньги? Смотрите, как шурудят у нее жопка. Жопка шурудит у нее. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята! Банфатите, десерт, натуральные ягоды. Но оно чуть-чуть помялось, видимо, оно что-то старое. Но знаете что? У конфетов большой запас по сроку годности. И просраться, ну, не всегда можно от них, поэтому я их возьму. Тем более, тут написано символ года 21-го. Значит, это в 21-м году эту корову покупали. А если конфеты 21-го года, то значит, они уже, ну, понимаете, не такие уже старые. Вот не такие старые, еще можно есть это. Так, вот тут всякие смоуки. Всякие эти... О! Ребята, это Rolex. Ребят, Rolex. Женский Rolex. Ребят, я в шоке. Rolex. Ну, это не оригинал. Не оригинал 100%. Но уже вы посмотрите, как они смотрятся. Посмотрите, мне они даже нравятся. Как они выглядят шикарно. Это вообще не бедно. Как помойка-то радует. Вот они даже защелкнулись. Да хоть бери и носи. Вот смотрите, как помойка. Это я уже рэпер. Она так меня радует. Сейчас еще пару брюликов найти. Пару цепей рэперских с 3 килограммами этого золота. А вот это какая-то камушек тут. О, вот это может серебро. Похоже на серебро.
Не, не серебро. Но цепочка это типа на руку вот можно повесить. Я золото-то не прошу, и это платину тоже, но ноутбук, ребят, вот это я поражен. Я вот так все высыпаю и ноутбук забираю. Ой, финички или... Ой, это колбаски. До 28 августа 2001 года, ребят, колбасочки. Вот солями охотничьи. Это я сейчас поохотился и получил себе приз. О. Подики одноразочки, ребятки. Я их собираю, у меня их покупают. Вот такие вот штуки. Так вот это... О, блочок питания. Все, больше ничего. Игриво, быстро, грубо, ласково. Или медленно. Ребят, кидаю кубик и выбираем. Я сегодня буду страстно разрывать помоечку. Интересная помоечка. Вот тут это какие-то джинсички лежат. Ауго. Вот еще роба, кстати, для рабочего. Если бы я работал, как раньше, на стройке, я бы их забрал. Но тут пропержена мотня. О, вот что я нашел на этой помойке. Защитный шлем на голову. Ой, да тут ничего нету. Тут уже кто-то порылся, смотрите. Ну хотя я свое возьму. Вот колготочки за 20 рублей покупают. Вот раз пара. Вот это... Вау, кстати, нифига. Все-таки я свое возьму. Смотрите, какая барсеточка крутая для спорта. В общем, ребятки, мало того, что здесь вот такой вот рюкзачок с этими, со шреками, с лосями, с котами, киндер, молочный ломтик. Я, знаете что, еще вот нашел туалетную бумагу. Вот колготочки пара. И смотрите, что здесь. Постельное белье детское с машинами. Вот с мустангами, BMW, тут эти Porsche, Mercedes, и все есть. Я это постельное белье заберу, мне оно на рынке пригодится. Обалдеть, сколько всего полезного. Свитерок, кэп, нифига, фирма так-то топовая, не дешевая. Вот это еще свитера есть, это на зиму я возьму. Садимо какой-то, тоже нормальный, кстати. Тут кто-то порылся, но тот, кто тут рылся, он, походу, далекого ума. Остин XL, смотрите, тоже на зиму мне возьму. Ух, какой матрасик. Вообще чистенький топовый матрас. Смотрите, разорванный. А зачем его разорвали? Ребят, зачем его порвали? Там, может, что-то прятали? Наверное, по-любому там нычка была, ребят, денежных средств. Но все забрали, там пачки с миллионами лежали. Может, там где-то, может, сбоку где-то. Осталось что-нибудь еще для меня. Пару пачечек пятитысячных. А это, ребятки, теперь одна из моих самых любимых помоечек. Но она пустая. И посуда там битая. Ой, вещички. Не успел залезть, сразу одевает помойка. Вот еще помойка обувает. New Balance. О, 43-й. Ребят, я даже знаю, кому их подарю. Обломает он. Ребят, New Balance так-то топовые. Но все вообще разваливаются. Смотрите. Я бы их другу подарил, но не судьба. Тут еще... О, шлепки. Вот такие вот, как олени. В этой помоечке так уютно. О, сразу помойка опять обувает. В обувь, даже в коробочке. О, кстати, они вообще как новые, ребят. Бренд Comedy Collections. 39-й. А что, возьму, смотрите. 39-й размерчик, они вообще в идеальном состоянии. Слегка в пыли и все. Ой! Только подошел, ребят, помоечки, зацените. Коробка из ЦУМа. Тут, походу, мажоры выкинули вот это. Коробка так-то пустая, но сама коробочка, кстати, мне очень понравилась. Я ее заберу. Она мне пригодится. Вот карта пятерочки тоже пригодится. Там баллы могут быть. Можно покушать бесплатно вот взять. Ребят, ну вот сковородку алюминиевую я точно не хотел там увидеть. Там, где ЦУМы были. Я алюминий. Задолбал он уже. Крема тут одни. Вот это витаминки, аскорбиновые кислоты. Ух, вот это мне не надо. Даже не просрочено. До 22 года. Я как раз думал все, кстати, аскорбинки покупать. А тут уже помоечка меня почувствовала. И дала. Спасибо. О, тяжелая коробка вот эта. А тут смотрите, сколько закусочки к пиву. Тараночка. Я вообще не фанат таранки, вот реально. Но таранка-то нормальная. Посмотрите, целая коробка, ее тут килограмм 5, наверное, 4 точно. Тараночки.
Не знаю, почему ее выкинули. Короче, я подумаю, взять или нет. Но это чисто не мне, а моим друзьям. К пивасику. Закусочка с помоечки. Помоечка кормит ребятушечки. О, ребята. Смотрите, новый набор бокалов. Лапинкульта. 6 бокалов. Целые они, интересно? Да, целые. Лапинкультовские. Беру. О, бананчики, вот этот вкусный будет. И вот этот, наверное. Ой, да, спелые. Вот это я сейчас перекушу. Очень люблю помойки за то, что дает вкусняшки мне. Не надо снимать мой банан. Убери свою видеокамеру, убери. О! О, аккумулятор от ноутбука прям в коробочке. Вот это надо, вот это покупает. О, одежда. Зимняя куртка. А это вот такая огромная куртка зимняя. Проверим карманы, там могут быть кэшбэки. Кстати, очень пахнет ополаскивателем для одежды, она чистая. Только вот куртка с рынка. Я вот рыночные бренды не люблю вообще. О, тут на дне, ребят, какая-то коробка. Смотрите, какая ручечка. Новая, что ли? Она что, новая? Ручечка дверная. С болтичками, ребятки. С болтичками. Это я в дверь себе поставлю. На двери будет ручка другая. У меня уже получше. У меня как раз в квартире в этой съемной ручке дерьмовые. Помоечка чувствует. Тут какие-то шланги. Новые. Новые, ребят, тупо новые. Новые монтажные эти шланги для кранов. Смотрите, с бирочками. Вот это очень полезная тема. И ручка тоже полезная. Там, наверное, шаровая молния пролетела и проплавила ее. О, ковричек. Блин, да нифига топовый в гараж. Обалденный, ребят, это под размер гаража. Топовый коврик. Ребят, я его по-любому заберу, потому что в гараже он очень понадобится. Очень. О, лампочки. Это же для мотоцикла или машины. Забираю. Ой-ой-ой. Ребят, вот это я вовремя сюда пришел. Вот это вынос из квартиры. Огромный просто. Смотрите, какой огромный пакет. И тут сразу рюкзак офигенный. Целенький вроде бы. Там внутри даже вот маски есть новые. Вот здесь вообще собачки нет. Не буду брать его. Вот еще какой-то комбинезон. Типа это сексуальные платьице. Вот это возьму. О, зацените, какая сумочка прикольная, поясная. Ее можно даже вот повесить на ремень. Мне вот дополнительно сумку можно повесить вот сюда. Забираю. Ребятушечки, вы посмотрите, сколько металлолома. Вот этот металл собирали, ну, недельки так 3-4, может и больше. Сейчас поеду на приемку металла и сдам его. И планирую заработать хотя бы на бензин для мопеда. Поэтому это сейчас покажу, сколько заработаем. Да, как это заводить. Да что ты, ебаный рот, вылезай. Это жопа, ребят. Скутеру хана, он сломался. Вот, смотрите, на всю газ даю. Он не тянет, он не тянет. Ну вот
ты приехал на приемочку металла. Сейчас узнаем, сколько мне получится на этом металлоломе заработать. Я вообще думаю, что я заработаю 1500. Может, даже меньше. Как вы думаете, сколько заработаю? Пишите в комментариях, у ребятушечки. Ребят, вот я и в гараже. Мы попали под сильный дождь. В общем, сдали металла на 1500 рублей. В принципе, норм. А еще есть очень интересная у меня идея. Посмотрите, какой у нас тут автомобиль появился. Это инвалидка очень старая. Мы уже прикупили тут некоторые запчасти. Сняли с нее родной двигатель. Вот он, вот такой. Смотрите, что здесь с коленвалом. Он треснул. Так вот, моя идея заключается в том, хотели бы увидеть, как мы ее прокачаем. Мы хотим купить на нее мощный двигатель и наваливать боком на этой инвалидке. Если хотите увидеть этот топовый контент, то обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Дима будет очень счастлив ее покрутить, повертеть и прокачать это как Vestos Customs. Машина так-то уже подготовлена под тюнинг. Я уже хочу наваливать на ней боком. Я думаю, видео с прокачкой данного спорткара вам понравится. Поэтому жду от вас фидбэк в комментариях и лайках.